Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам хочу показать платочки с сублимационной печатью. По размеру, как раньше был пионерский галстук, метр по длинной стороне и 30 сантиметров высота до угла. Печать сублимационная очень стойкая, всегда идет на белой ткани с одной стороны. Цвет фона тоже печатается. Вот давайте посмотрим обратную сторону. Просвечивается она, ну, процентов, может быть, на 30-40. Обработка края идет горячей резкой. Край запаивается и не сыпется. Это лучше, чем обшивать, потому что нет затяжек. Вот такие платочки с сублимационной печатью. Поскольку печать не трафаретная, можно сделать любой тираж от одной штуки. И ваш макет напечатать очень красиво. Печать идет под смиг. Вот, еще раз показываю такие платочки. Фирма «Золотая сфера». Звоните, заказывайте. Если нравится видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.